И всем привет, дорогие друзья, меня зовут Тристан, и мы продолжаем играть в игру под названием Progress Bar 95, вернее, мы продолжаем в ней играть в новом календарном году, и как вы видите, перед вами изменения, то есть можно выбрать, то есть нужно собрать от Progress Bar 95 до Progress Bar 1X, или же открыть, да, за, конечно же, деньги, но, естественно, мы этого делать, конечно же, не будем, и зайдем прямо-таки сюда. Ну что ж, момент истины. Progress Bars 7. Все, поддержки срока нет, не значит, что просто используйте систему дальше. Ну, конечно, ребят. Итак, ну что ж. Давайте же все-таки ей воспользуемся. Естественно, новая игра. И... это все-таки первый уровень. Смотри-ка. Ну что, первый уровень, начинаем с хардкорда. Как обычно. Нас на пути, как обычно, будут встречать нас всякого рода... Дерьмо типа скрепки, которая будет вечно нас донимать. Но это, конечно же, весело. Это забавно. Но, ребят. Как говорится, не без греха. Срал. Оп. Отлично. Все, мы прошли таки первый уровень. И допрохи нам, когда китая раком. Ну что ж, на 40-м уровне не закрывать по папы, ну потому что их ровным счетом-то и не было. Вот. Для того, чтобы заработать прогресс бар на 4.0, нам нужно дойти до уровня эксперт. Что этого делать, конечно же, я не буду. Итак, у нас, как, конечно, злободневно радуется у нас скрепочка, потому что мы не достигли. Ну ничего, достигнем обязательно. Итак. Прогресс бар десяточки мы, конечно же, пока еще не достигли, но достигнем обязательно. Итак, у нас новый рабочий стол предлагает. Нет, спасибо, пока еще постоим, попердим, погуторим. Оп, миночку, конечно же, мы тоже закрываем. Оп. Кстати, скрепка у нас, вы не поверите, но в таком новогоднем духе. Оп. Хорошо. Хорошо. Поймали одну собачечку. Хорошо. Молодцы. Прошли таки уровень. Кстати говоря, в этой игре здесь заложено хитрое правило. Типа, если ты не использовал Wi-Fi на протяжении... Не используешь Wi-Fi на протяжении всей игры, то, к сожалению, мы тебе не зачтем. Типа того, что ты как бы не прошел 7 дней, играя в эту замечательную игру. Понимаете? То есть, вот как здесь поступили красавцы. Не дали мне этой возможности. Но, это будет на их совести. Итак, сейчас нам нужно, конечно же, добираться и добираться. Итак, продолжаем играть. О, лазер. Блин, я чуть было не заметил. Вовремя. Хорошо. Не надо мне помогать, спасибо. Ты и так мне мешаешь, дорогая скряпочка. Электричество, блин. Кстати, пошли красные у нас, ребята. Что же, мы их не ловим по нашим правилам. Вот. Блин, это дико очень сложно, дико неудобно. Но, блин, с каждым... О, собачечку поймал. Отлично. Кстати, собачек, если ловишь... Собачки, кстати, хорошие. В этой игре, да и вообще в жизни, собака — это друг человека. Я вот что вам хочу сказать. Оп. Хорошо. Отлично. Кстати, бонус за собачек, по-моему, 1000...
Ой, 2040, 2400 я должна выдать. Угу. 3600 даже. Вот это да. Неплохо. Неплохо так. Так, у нас, кстати, 500 тингов SSD. Смотри-ка. А, нам еще добираться до... Пошел ты в жопу. Вот эта скрепка меня чуть не поднасрала. Ты посмотри. Тварь какая. Блин, вот это сейчас она меня поднасрала хорошо, а? Скрепочка-то, а? Злободневная. Несет мне зло. Ля-ля-ля-ля. Да пошел ты нахер. Да пошел ты нахер. Ля-ля-ля-ля-ля. Только делай, что ля-лякаешь. Больше ничего. Так. Хорошо. Хорошо. Нафиг. Нет. Не надо. Никаких ошибок не надо. Собачку не поймал. Да что ж такое? Дважды собачку не поймал. Все из-за вас, черти поганые. Хорошо. Отлично. Кстати, а здесь дефрагментация диска доступна? Похоже, что нет. Ну, слушайте, нормальненько так, нормалек. Нет, не будем. О, плюс 5000 на следующий уровень. Хорошо. А где звук? Ну нас нафиг. Звук пропал. Фига, конечно. Еле-еле только закрываю эти скрепки. Блин, все взрываются, все взрываются. Никак не получается. Что ж такое? Блин, реально? По хардкору идем, ребят. Прям по лезвию. Да что ж такое? Оп. Но. Ну концом-то поймайся-то хоть а или нет. Да что ж такое-то? О, отлично. У нас плюс 5, кстати говоря. Почему-то. Стоп, а я каким образом смог звук убрать? Странно, подождите. А, фух. Отлично. Загружаем. Продолжаем. Поехали. Блин, я жиску не взял, зараза. Пачку еще не поймала, но елки-палки, вообще хорошо. О, отлично. Идеально. Ну что ж, прикольно, кстати. Здесь, кстати, не такой уж сильный хардкор, но здесь просто обосрадошки, что аж обосраться. Вот так вот. О, 26 скайпов мы смогли закрыть. И далее переходим к хардкору number 7. Hardcore level number 7. Конечно же, мы в данной ситуации не будем мириться ни с какими. Оп, хорошо. Блин, в этом раунде, в этом уровне столько ошибок, что жесть просто. Просто одновременно с этим. Ёлки-палки.
Блин, реально нешуточные обороты приобретает. Скотина. О, слава богу. Отлично. Перфекционист, да, это вы, конечно. О, задание все выполнил. Так, 705. Замечательно. Так, далее. Ты, ну, сейчас хардкор, ты чё? Чувак. Да ну нет. Да ну чё нафиг. Не надо. Стоп. Стоп, эй. Ты чё? Хорошо. Ай. Ничего. Блин. Да сколько ваш... Машу мать минок-то, а? Где ты нахрен, а? Блин. Профукал. Так, ну-ка. Нет. В коем случае. Ну хоть так. Ничего страшного в этом ни в коем случае, конечно же, нет. 12, 25. Ну ничего. И такое бывает. Что попробуем? Так, опять же, по-прежнему такой же уровень. Ну ладно. Хорошо. Оп. Да. Нешуточный оборот сейчас. Я ненавижу скрепка. Что я в этом мире больше не было. Отлично. Да, слова не было. Убавится скрепочка. О, обожаю этот левел. Очень класс. Замечательно. А, этот уровень, кстати говоря, как и будет следующий на этом этапе. По-моему, тот же скрин-сервер принесет также X2 бонус. О! Сейчас наше все это дойти до десяточки. Доходим до десятки и переходим. Это будет последний, как говорится, наш этап. Оп.
Иди ты нафиг. Ай. Ай. Ой. Случайно разозлил корзину. Оп. Хорошо. 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 Чё? Ничего, ничего, ничего. Оп. Хорошо, ребят, идем. Ща. Класс. Оп. 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 Игра принимает нешуточные обороты. Ага. Ну-ка. Все. Класс. Чем выше уровень, тем сложнее играть. В данной ситуации почему-то здесь только наоборот. Хотя, слушайте. В нашей игре бывало всякое. Оп. Ты меня не обманешь, чувак. Как бы ты ни старался, но ты меня не обманешь. Блин, с каждым уровнем все сложнее и сложнее становится поймать полезные прямоугольнички. Ну что ж, мне удалось пройти данный левел, и, ребята, ну-ка, что у нас там? Всё, 23-350. Кстати, хорошая игрушка, всем советую скачать. Это вообще просто класс-класс. Лайк-лайк. Давайте, знаете, как сделаем? Первый будет вот так вот. Ёлки. Вот чуть было красным не словил, а? Ай. Ну-ка, давайте сейчас поймаем. Нет, не красный, нет, нет, нет. Оп, хорошо. Сейчас давайте синенькую поймаем. Синенькую, синенькую, синенькую. Дурацкие скрепки не дают мне возможность никакую. Зато очень много красных прямоугольничков в данном левеле. И сейчас самое главное, ловим оранжевый. Оп. Блин. Ну ладно. Ничего. Ничего, ничего, все хорошо. Гипер много очков, я хочу вам сказать. Вообще класс. Так, почему не переходим на новый уровень? Мне самому решительно непонятно. Оп. Что не взял? Оп, хорошо. 100. Ай. Чё-ничё. Давайте достойно завершим этот левел.
Класс. Вообще замечательно. Плюс 5%. На симметр покажись. А, экстра процент у нас. И, кстати, по поводу красных прямоугольничков. Даже если вы коснетесь углом прогресс-бара, то все равно данная игра будет зачтет у вас как ошибку. То есть даже если вы краешком словите, это будет вообще жесть. Поэтому убедительная просьба, если не играете, уйдите прочь. Ай! Блин. Зато у нас есть, конечно же, естественно, мы используем прямо сейчас. Конечно. Чик-гарогресс. Поехали. Блин. Да, ребят, это не очень хорошо. Вот так вот обломаться, вы чё? Вы хотите сказать, что я человек, который более-менее усвоил, как сделана данная игра? Хотите меня обмануть? Ну ладно, я вам покажу, как со мной тут надо играть. Ой, опять ля-ля-ля-ля-ля-ля. Кстати, если бы в этой игре не уважали великий и могучий, там было бы другое слово вместо ля. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. И для скрепки в данной ситуации это очень применимо. Что в моей, что в ситуации скрепки. Ай, блин. Свинтус. Ничего, ничего, ничего. Чего? Сейчас главное пройдем этот левел. Несчастный. Нешуточное было, я хочу сказать. Очень нешуточное. Так. О, наконец-то прошли. Все хорошо, все замечательно, все вообще класс. Так, и мы перешли такие. Отлично. Давайте попозже установим, если нет, не хочет. Давайте тогда здесь это сраная ты подлюка. Оп, оп, я за вас. О. Смотрите, уголком-то, оказывается, если мы, кстати, прикол в чем? Оп, хорошо. Сколько этих? Так, все хорошо шло. Ну давай, уж лови теперь. Ну ладно. Хоть так вот. Замечательно, ребята. Ну что, ребят, момент истины. Устанавливаем Windows E10. Остается ждать, когда это все установится. Ну что, момент истины, ребят? О-о-о. Вообще класс. Нажимаем. О-о-о. Представляете, ребята, такой вот звук. Вообще класс. Ну что ж, ребята, вот такая вот замечательная игра получилась. В следующий раз мы с вами поиграем на Progress Bar 10 и, соответственно, с этим поиграем, естественно, в другие версии. Поиграем, естественно, в другие игры. Типа Progress Bar 95, Progress Bar 98, может, там пройдем подальше, кто его знает. И, естественно, ждите. Когда я дойду до 7 дней и заработаю вот это вот. Первую подарком
авансом операционную систему. Ну что ж, дорогие друзья, всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, а также пишите в комментариях обзор на какие бы игры хотели от меня увидеть. Всем большое спасибо. Будьте здоровы, будьте счастливы. Не болейте. Всего доброго. Увидимся. Пока.